В Актобе раньше обещанного подняли тариф на вывоз мусора, но отходы не забирают неделями. Чиновники заверяли, с новыми ценами город наконец станет чище, но не тут-то было. Дворы и улицы утопают в грязи, а в нескольких метрах от Акимата у жителей накопилась такая гора мусора, что за ним уже не видно контейнеров. Горожане недоумевают, кто вообще следит за чистотой и почему власти никак не могут навести порядок в административном центре. Динара Уркумбаева тоже задалась этим вопросом. Ахтанова, 59. Тут все мусор. Гора свалки рядом с магазином ароматов. Нарочно такое не придумаешь. А в нескольких метрах отсюда и вовсе находится городской акимат. Только вот такое соседство жителей двухэтажки совсем не спасает. В последний раз мусоровоз сюда приезжал 3 недели назад. За кучей отходов теперь даже не видно контейнеров. Хотя жильцы уверяют, здесь их целых 10. А какой во дворе стоит запах, не передать словами. Сегодня 21 день лежит этот мусор. А сейчас лето, а там лежат продукты, отходы. Там лежат дохлые кошки, все что угодно. Вы посмотрите, я в квартиру не могу, я в квартире долго себя не могу находить, меня тошнить начинает. Люди по улице идут мимо нашего двора, закрывают себе носы, потому что невозможно. По словам жителей, они не раз звонили в акимат и в саму компанию, которая должна вывозить мусор. Но свалка только растет, а спецтехники как не было, так и нет. И ладно бы, говорят, свои отходы, но все эти мешки и ящики сюда сваливают стихийные торговцы, которые расположились поблизости. Это вот рассадник болезней всех. Отсюда вот запахи, слышите, какие? Вот эта картина, она вся со стихийного рынка. И еще с колхозного рынка все сюда несут. Я сама лично видела, как с колхозного рынка сюда несли. Они и вот эти гнилые продукты, овощи, фрукты, все сюда несут. Впрочем, контейнеры переполнены и во многих других дворах Актобе. Мусор вываливается наружу, рядом летают пакеты и бумаги. А ведь чиновники обещали навести в городе блеск и чистоту. С этой целью подняли тарифы на вывоз ТБО сразу в 2,5 раза. Новые счета предъявили уже в июле, но проблемы это не решило. Всего в городе работают 3 компании, и ни одна не справляется. Спецтехники недостаточно пока, но когда новые придут, уже все урегулируется. Вот до конца августа и до 10 сентября планируется все 15 мусоровозов. Тарифы уже действуют с 1 августа, а тем абонентам, которым были выставлены ранее, будет произведен перерасчет, то есть в августе месяце уже будет на уменьшение. Проблема с вывозом мусора в Актобе не решается уже лет 6. Что только не придумывали чиновники за это время, ликвидировали одну крупную компанию, на ее место нашли несколько мелких, оборудовали мусорную площадку видеокамерами и даже показательно штрафовали горожан, но чище от этого дворы так и не стали. В этот раз подняли тариф, но и тут какой-то сбой, по крайней мере, пока. Динара Уркумбаева, Данияр Матгулов, КТК, Актобе.